Крутейший танцевальный фест планеты Sensation прямиком из Питера впервые прикатил в Москву. И, конечно, такое событие никто из столичных тусовщиков пропустить не смог. И наш Константин Тарасюк в том числе. Его отчет прямо по курсу. Да будет свет и белый цвет. Радио Рекорд проводит самую белоснежную вечеринку года Sensation. Ну как белоснежную? Тимати Вон дресс-код не указ. Ну, он такой один. У большинства же не возникает сложности с тем, чтобы найти Total White Look в своем гардеробе. Взяла первое попавшееся платье и пошла. Я просто очень люблю белый цвет, и у меня их достаточно много. Я вообще весь раньше был в белом. Это потом я понял, что черное — это тоже классно. А честно говоря, вот с каждым годом сколько хожу, чем меньше заморачиваюсь на тему того, что надеть. В этом году я сдалась и все-таки надела кроссовки, обула кроссовки. Я примерила 3 лука и остановила свой выбор на этом, потому что он самый удобный. Удобно, красиво, никто не спорит, но очень и очень непрактично. Пока мы сидели здесь на ВИПе, вдруг через вот этот, как сказать, барьер, молодой человек лезет прямо на меня, облили меня всем шампанским, и каким-то чудом просто мы остались живы. В этом году впервые за всю историю своего существования фестиваль проходит в Олимпийском. До вчерашнего вечера я была уверена, что Sensation будет по традиции в Питере. И была очень удивлена, что Sensation в Москве. Я был в прошлом году в Питере. Вот, мне понравилось. То есть там немножко по-другому было, нежели чем вот сейчас в Москве происходит. Я была 2 раза уже на Sensation в Питере. И там как-то, я не знаю почему, ну, короче, больше людей, кажется, по крайней мере. Главное ведь не количество, а скорее качество, которое, судя по настрою пришедших, на высшем уровне. Это очень круто! Это очень круто! Прям вот все, они молодцы, они сделали вот эти штучки все. Прямо весело, атмосферно. В России вообще люди открытые, они всегда готовы тусить, делиться своей энергетикой. Они знают, что будет звучать, поэтому мы, в принципе, уже на одной волне. Плюс все в белом, все такие: раз, братья. В общем, Sensation более чем удался. Пора делать ставки. Где же пройдет следующая белоснежная тусовка? Константин Тарасюк, Оксана Сеничева, про новости.